Ну что, ребят, доминация биткоина у нас корректируется на текущем этапе. У нас показывают голову плечи, может, даже две такие э, вершины. Но опять-таки имейте в виду, пока что если мы закрепимся за 48 центов, то потом дальнейшее движение наверх. Пока что его не наблюдается, но видно, что на месячном таймфрейме нас выкупают. И похожие ситуации были вот здесь, вот там, вот здесь. И потом дальше мы перли еще выше. Ну, посмотрим, как оно будет. Может быть, коррекция куда-то вот сюда вот потом здесь проконсолидируемся, ну и попергли дальше наверх, поэтому имейте это в виду. Тем временем проект SkyStake.io делает стабильную прибыль за счет стейкинга, не обращая внимания на просадку эфириума и не завися от сторонних факторов. А ребята со SkyStake, которых я знаю лично, заключили договора по продлению рекламной кампании со многими медиа лицами, в том числе и со мной, сроком на более чем 3 месяца, поэтому сотрудничать мы будем долго и стабильно, что доказывает успешность проекта и планирование работать в долгую, а также безоговорочное доверие со стороны инвесторов. Ведь SkyStake только за последний месяц заработал и вывел своим вкладчикам более 100 тысяч долларов. Многие мои друзья крайне благодарны данному проекту именно потому, что вывели отличные дивиденды и обменяли их на фиа. Я сам изначально вложил сюда 5000 долларов, регулярно реинвестируя их, дойдя таким образом уже до 16 тысяч долларов на вкладе. Так как вывод доступен в любую секунду и средства не попадают ни в какие то эти руки, то все беспокойство сведено к нулю. Не зря Виталик Бутерин со своей командой несколько лет прорабатывали технологию Proof of Stake. Я рекомендую рассмотреть skystake.io, потому что сам попробовал данный продукт и неоднократно удостоверился в его качестве. Так что можете рассматривать эту платформу как основной способ вашего дохода от криптоинвестиций и быть с ним спокойным за ваше будущее. Проект проверен уже сотнями инвесторов и получил много благоприятных отзывов. Перейти на его можно через ссылку в описании под роликом. По поводу доминации эфира давайте глянем. Доминация эфира, ну, тоже снижается, какие-то отскоки есть, но это все такое себе. По поводу доминации BNB, потому что третья крип криптовалюта у нас тоже она падает. Если глянуть доминацию остальных криптовалют, давайте глянем AZEX, 100 соответственно, у нас падает. То же самое, биткоин болтается на одном месте, видно, что идет какая-то разгрузка позиции, объемы, опять же, такие как минимум падающие, то есть, ну, сил пока что идти наверх особо-то и нету если по поводу эфира давайте глянем то есть, здесь у нас аналогичная ситуация. В принципе, все альты копируют сейчас биткоин. Тем более, когда доминация их падает, естественно, то э, биткоин у нас руководитель на текущем этапе. Потом, соответственно, по XRP, тому же самому, потому что он тоже такая крупная лошадка. Ну, то же самое пока что давят цену. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Будет ли консолидация, либо еще что. Если глянуть, допустим, по индексу страха и жадности, он на уровне 40 у нас. Я предупреждал, что это все однозначно будет скорректировано. По поводу лонгов-шартов, давайте глянем. Ну, 2,7 миллиарда лонгов так и сохраняется кто-то мне написал в комментах, что это на бирже BitMEX, да практически на всех биржах там плюс-минус одно и то же, потому что большинство сейчас сидят в лонгах, и в лонге они могли заходить еще там по 16, по 20 тысяч, может кто-то по 23, по 25 там заходил и так далее, поэтому по поводу банки падают, у нас криптовалюта растет, конечно же, нам говорят, что ребята, вот оно наша смена декорации, что у нас бычья ралли, конечно же, и баллом снова правят быки, почему падение в этот раз оказалось столь непродолжительным, ну и конечно же, что же стало причиной и, конечно же, у нас говорят по мнению аналитиков инвесторы избавлялись от перегретого этого актива, опять же таки. Ну, кто избавлялся, я думаю, очевидно, скорее всего, часть китов. Ну и плюс они накапливали, ну и может спекулянты чуть-чуть зафиксировали. Опять же таки, конечно же, нам рассказывают, что это обязательно Empty конечно же, который просто был вбросом в Твиттере. Потом, конечно же, проблему у банка First Republic, хотя не знаю, какая связь, причем тут вообще банк и криптовалюта, ну, пытаются все что угодно уже подогнать, я не знаю, от того, что я будут уже от того, что свет в туалете включился, они скажут, ну, потом поэтому у нас там, соответственно, криптовалюта расти начала. Ну, то есть, ну, такое вот, BTO-K было. Далее, ну, и потом ряд экспертов говорят, что обновление Шапелла, конечно же, привело к росту. Опять же-таки, ну, как это влияет на весь криптовалютный рынок, мне непонятно. Конкретно на эфир, понятно, да, ну, может, отчасти. И то в цену уже все заложено. Количество эфира, поступающего на биржу, не смогло повысить. Ну, опять же-таки, они говорят, что вот там сжигание, все дела, дефляционная модель. Ну, опять же-таки, разлоки типа не такие сильные. Конечно же, у нас пока это эфир, биткоин и ада когда не знаю. Почему именно эти криптовалюты? Хотя, да, когда, ну катается еще, дай боже, имейте это в виду по поводу новостей. В принципе, у нас показывает, что у нас Binance назвала ссылки выхода на рынок Японии. Binance запустит локальный биткоин биржи в Казахстане. Власти Гонконга призвали обслуживать криптолицензионные фирмы. Там в Узбекистане с запуска NFT. виза представила платформу для бразильской CBDC. Ну, то есть новости в основном позитивные начали подгоняться. Вот, ну, чуть-чуть негативчику может вливает но он такой незначительный. Поэтому... Что я думаю? Я думаю, на текущем этапе у нас будет, вероятнее всего, какая-то коррекция. То есть, потому что сил я вижу, ну, видите, выше пока не пускают. То есть, у нас цена вяленько идет на пониженном объеме, вот здесь вот тем более. Поэтому я не рассчитывал, что мы там прямо люто сейчас улетим. То есть, объем вот здесь, ну, видите, у нас какой. Поэтому финально быть шахты, не знаю, будут, не будут, время покажет. Но, опять же таки, в принципе, уже сбыли и так в обе стороны недавно. Ну, и после этого я жду быть лонгов вот здесь, что у нас ликвидность. Вот здесь, естественно, кто лонговал. Вот здесь вот, кто держит вот здесь и так далее. Поэтому глобальное падение, оно в любом случае неизбежно. Вопрос лишь, когда. Многие не верят сейчас, что оно будет. Опять же таки, потому что надеются, что у нас там рост продолжится, либо еще что. Ну, то есть, надо это брать в расчет. Я не знаю, почему многие забывают об этом. Проект, который делом показал свою надежность и работоспособность, это skystake.io, на котором я заработал 11 тысяч долларов за месяц. Рекомендую только потому, что лично удостоверился в его качестве и работе. Ссылка на проект в описании под роликом. Многие уже считают, что как только ФРС при... перестанет у нас повышать процентную ставку, то у нас рынки на наоборот, вверх попрут, это будет позитив. Ну, как бы, отчасти может быть и да, но в глобальном плане, когда у нас ставки начинали понижать, у нас рынки падали. 2007-2008 год, 2000 год, 2020 год, там, 80-е, там, 45-е, там, 70-е и так далее. То есть рынки всегда падали. Ребят, имейте это в виду. Поэтому не надо тут питать иллюзии, инфляцию еще снижать и снижать. Поэтому, ну, то есть, я бы не рассчитывал сейчас на какой-то лютый позитив, то есть, может быть, кто-то его ожидает, но, не знаю, я навряд ли, то есть, в глобальном плане я жду снижения. Поэтому, ребят, всем Удачи, всем пока пишите, что думаете в комментах.